Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Desha Tarine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Swami Niti Namine Shri Parashvana Devi Taya Taya Kripadhaye Krishna Sambandha Vijjana Taine Prabhade Mama Madhuri Vajrati Maja Shri Rupanika Bhaktita Shri Gauda Karuna Shakti Vigraya Namaste Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuka Yarunapa Siddhanta Dvanta Dhanine Namo Gaura Kishodaya Sakshavadaya Murtaye Uttarambara Samvode Adambojaya Te Nama Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Nadine Gaurashakti Svarupaya Rupanuka Dharayate Gaurabhyur Bhava Bhuneshvam Hirdishta Sachchanapriya Vaishnava Sarvabhomasri Jagannathayate Nama Vanshakalpa Bhurgyascha Kripasindhu Yadevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurateshe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Pataram Bhaktavyam Namami Bhakta Shaktivam Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Jagatam Suratau Pango Mama Mandai Jagati Matsarvasva Patambo Jau Radha Madana Mohana Dibya Kritarya Kalpatru Madha Sri Madharatmagara Simhasanastav Shri Shri Radha Shri Lagovinta Deva Prishkalini Sri Vimanyosnarani Sri Madharasara Sarandi Vamsi Vakata Tastita Harshandenu Svayayo Bodhir Vabinata Sri Esturah Tapta Panchara Kalamandi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я искренне благодарен. Для меня большая честь быть со всеми вами сегодня. Особенно быть с моим дорогим духовным братом Шикшагуру, лучшим другом Шила Ниранджани с вами, Махараджем. Very good.
и с моим очень-очень дорогим другом, который вдохновляет меня, Пьери Муханом Прабу, и со всеми вами. Перед тем, как принимать обеты и давать инициации, Шрила Прабхупада говорил нам воспевать определенные благоприятные молитвы. Шрила Прабхупада говорил нам повторять эти молитвы и мантры, когда мы делали ачиман, что есть традиционный способ очищения. И само сердце этой мантры, сама суть и цель инициации самой жизни, очищения. Будь человек чистым или нечистым, даже если он прошел через все трудности жизни, тот, кто помнит прекрасного лотосового Господа, чист как снутри, так и снаружи. Есть ли какое-то место, где дети могут счастливо шуметь? Наверху есть такое место, вернее, внизу, где все родители могут быть вместе со своими детьми. Имя Кришны – Павитра. Это значит, что Он Верховный, Чистый. И в святом имени соприкасаясь с Кришной, мы очищаемся. Кришна не зашел в этот мир в форме божества, в сердцах преданных. Звуковой вибрации Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гиты. В служении, в бхакти, которую мы предлагаем Ему, и в особенности в Своих святых именах. В этот век Кали Кришна не зашел в особенности вместе со своими энергиями в свои святые имена. Кришна говорит ей Адхамам Прападенте, в соответствии с тем, как мы предаемся Ему, как принимаем Его прибежище, Он отвечает нам соответствующим образом. И точно так же, в соответствии с тем, как мы обращаемся к Богу в Его святых именах, от этого зависит то, как мы будем очищаться этим воспеванием. Каждый аспект жизни, каждое мгновение жизни мы вынуждены, нас призывают к тому, чтобы мы
действовали так, чтобы очищаться. Эта человеческая форма жизни очень редка. Шри Чайтанья Махапрабху описал Шрила Санатани Госвами преданное служение, и он сказал, что это самая редкая вещь в человеческой жизни. Общаться с преданными Кришны чтобы обрести это, обычно нужно прожить миллионы и миллионы жизней. Нет ничего более драгоценного, чем общество преданных, общение с ними. Потому что благодаря слушанию, воспеванию, служению в этом обществе мы естественным образом привязываемся к тому, чтобы удовлетворять Кришну, самситхир харитошина. Когда Кришна доволен искренностью наших усилий, Кришна раскрывает самого себя. Чистое преданное служение — это самое редкое из всех драгоценностей и богатств жизни. Шри Чайтанья Махапрабху объявил во всеуслышание, что чистое преданное служение — это Пурушартха Широмани, самый драгоценный бриллиант всего, что только считается ценным, всех богатств. И Кришна с легкостью дает это чистое преданное служение тому, кто искренний, тому, кто серьезный, тому, кто служит ему без корыстных мотивов. Вчера я был в Манхэттене, в районе Нью-Йорка, и наш дорогой друг, духовный брат Каустубха Прабху, он привел меня к дверям, в который Шрила Прабхупада вошел, когда пришел домой к доктору Мишре. В Манхэттене это самое первое место, куда зашел Шрила Прабхупада. И когда мы были там, мне сказали, что вчера был как раз-таки день, 58-я годовщина того и самого дня, когда Шрила Прабхупада вошел в эти двери 18 октября 65 года. Поэтому сегодня второй день с той даты. Когда Шрила Прабхупада то, что Шрила Прабхупада прошел, то, через что он прошел, настолько высоко ценится нами, когда мы изучаем эти ранние годы того, как он исполнил наставление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такуры, как он начал делать это в Нью-Йорке. Он жил в маленькой квартирке с кем-то вместе, с кем не был знаком до этого. И затем он въехал в студию без окон, в маленькую крохотную комнату йога-студии. Потом его обокрали. И все забрали у него. Затем он переехал в другую маленькую квартирку в том же самом здании. У него не было никого и ничего. В своем дневнике, в столь многих письмах он писал, что он хочет, чтобы у него появился маленький храм в Манхэттене.
И одна семья на самом деле предложила ему помочь заплатить за здание. И в течение нескольких месяцев Шрила Прабхупада пытался уговорить правительство Индии разрешить перевести эти пожертвования ему в Америку. Он писал духовным братьям, он писал друзьям, писал политикам, но никто не помогал ему. И Шрила Прабхупада написал в своем дневнике, он даже попросил владельца этого здания, просто отдай мне это здание, и можешь быть, можешь также частично владеть этой организацией. Но все отказывали ему. И Шрила Прабхупада писал в своем дневнике, что он был просто убит горем. Он сам это написал. Он потерял это здание, которое хотел использовать для храма Радхи и Кришны. Вчера я стоял перед этим зданием своими друзьями. Это очень простое здание. Если мы посмотрим, какие владения, какие здания сейчас есть у ИСКОН в наши дни, настолько уму непостижимо, как многие месяцы он пытался и пытался обрести успех. У него не было последователей, но у него была полная вера в Святое имя Кришны. У него была полная вера в преданное служение Кришне. У него была полная вера и глубочайшая реализация. И каждый, кто вступает на путь, который дал нам Шри Чайтанья Махапрабху, очистится. И через это очищение Кришна раскроется ему, раскроет самого себя. Шри Радхарани благословит наши души. И цель жизни беспримесного, чистого, преданного служения Кришне, беспримесной любви, она не зайдет нам от Кришны. Кришна даст нам. Именно для этого и нужна инициация. Мы собираемся вместе в присутствии своих гуру, нашего возлюбленного Ачарьи, основателя Шрилы Прабхупады, в обществе собравшихся вайшнавов. У каждого вайшнава в сердце стоит алтарь Кришны, сияющий перед божествами, перед священным огнем. Мы приходим перед всеми ними, чтобы посвятить себя. Когда мы изучаем жизни всех величайших святых вайшнавов, ачарьев, когда мы читаем о них на страницах Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты, мы видим безоговорочное, ни от чего не зависящее предание. Почему Кришна не дал Шриле Прабхупаде билет туда и обратно на самолет Air India? Почему он провел 30 дней на корабле? Почему целый месяц он жил в отеле YMCA в Пенсильвании? Почему он послал его в Нью-Йорк? Шрила Прабхупада в нескольких лекциях сказал, я блуждал бесцельно, как бродяга. У меня было ничего и никого. Why would Krishna do that?
Почему Кришна так поступил? His surrender to Krishna. И Шрила Прабхупада. In whatever Krishna gave or didn't give. Что бы Кришна давал или не давал, демонстрировал олицетворение своего предания, своего предания наставлениям духовного учителя, своего предания тому, чтобы быть инструментом сострадания Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитянанды. Мы не можем имитировать это. Это настолько возвышенно, настолько невероятно, настолько исторично, недостижимо. Но Махаджана Йена Даса Панта. Кришна раскрывает себя только тем, кто следует по стопам великих душ. Церемония сама по себе не есть то, что приведет нас ко входу к высочайшим реалиям духовного осознания. Церемония не даст этого. Это даст наше предание следованию процессу, следованию по стопам великих душ. Именно это даст нам доступ к этим возвышенным реалиям духовного осознания. И церемония, она представляет собой священную традицию, которая подчеркивает и дает нам опыт того, как важно то, на что мы решаемся, как священно это наше предание, когда мы отдаем себя этому пути, это желание служить, это предание служению, когда мы посвящаем себя служению. What is the true blessing of life? Вот что есть величайшее благословение жизни. And how we receive that blessing. И как мы примем это благословение. Will be determined by our willingness. Покажет наше стремление жить в соответствии с этим преданием, в соответствии с тем, на что мы сейчас решаемся. Махапрабху молился. Кришна, ты явился в своих святых именах, и у тебя очень много имен. В каждое из этих имен ты вложил все свои энергии. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорил, что Кришна через свои святые имена, в своих святых именах, явит свою вечную духовную форму в духовном мире, его игры, его обитель, его спутников и наши собственные вечные отношения с ним. This is very much inseparable from the commitment of our vows. Это очень сильной степени неразделимо с нашими обетами, которые мы даем.
тому, чему мы предаемся, тому уровню сознания, к которому мы стремимся быть терпеливыми, быть смиренными, быть готовыми оказать почтение каждому, не ожидая почтения к себе. Вот в таком состоянии сознания мы можем повторять Святое Имя Господа постоянно. Мы можем постоять Святые Имена Господа постоянно, только когда Парам Дриштвани Варта, когда мы действительно испытываем высший вкус, мы испытываем Радху и Кришну, их святых именах. И это не то, что достигается механическим путем. Это все происходит благодаря сладкой воле самого Кришны, по милости самой Шримати Радхарани. Эта милость дается нам, кем бы мы ни были, что бы мы ни делали в прошлом, откуда бы мы ни приходили, беспричинно эта милость нисходит нам, когда мы по-настоящему понимаем истинную суть смирения, терпения и уважения и посвящаем свою жизнь служению. Каждый ищет счастье. Мы видим в современном мире, как безумен какими отчаянными, кровожадными люди могут стать в своих попытках обрести счастье. Они критикуют друг друга, причиняют друг другу страдания в своих стремлениях обрести счастье. Мы хотим быть контролирующими, мы хотим наслаждаться, мы хотим быть богами. Но когда мы по-настоящему понимаем Кришну, весь вкус к этим эгоистичным стремлениям уходит, потому что мы счастливы тому, что Кришна Бог. И мы счастливы, что Шримати Радхарани — это Мадан Махан Махини, что она контролирует Кришну, Кришна делает все, что она пожелает. И их любовь — это наше счастье. Чайтанья Махапрабху объяснял, что такое настоящее счастье. Гопи Бхарта Амалайор Дас Даса Надас, быть слугой слуги и слуги, господина и покровителя Гопи. Шрила Прабхупада доставлял нас регулярно изучать и обсуждать его книги друг с другом. Не только для того, чтобы выучить то, что мы можем дальше рассказать в лекции, но также это для того, чтобы всегда держать курс духовной жизни, не ища счастья отдельного от счастья Господа, потому что на самом деле такого счастья для души не существует. Все остальные виды счастья низвергают нас в бесконечно разнообразные страдания этого мира. Когда Шрила Прабхупада переехал на вторую авеню, у него было уже несколько человек, которые стали его последователями. Шрила Прабхупада отправил их на улицы и дал им простую формулу, которую они могли бы давать людям. Он сказал: повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы. Потому что все вокруг ищут счастье.
forgotten of happiness. Но мы забыли, что счастье, the true self, которое настоящему жаждет душа, постоянно стремясь к нему. Обретается через повторение Харе Кришна в соответствии с этими наставлениями, благодаря тому, что мы посвящаем свою жизнь таким образом, чтобы мы искренне, с горячим желанием посвятили себя тому, чтобы быть слугой, слуг наших Гуру и Кришны. Это настоящий путь счастья. Йогинамапи саравешам адхитена тарат шараван лагате юман санейатта тамагата. Кришна concludes the chapter on yoga. Кришна, подводя итог главы об Аштанга-йоге, говорит, что из всех йоги тот, кто со всей верой предается мне, кто поклоняется мне, служит мне с преданностью, самым близким образом связывается со мной и из всех йогов он занимает наивысшее положение. Это бесценный дар, который дал нам Шрила Прабхупада, когда он молился Кришне, твой незначительный бродяга и попрошайка. Это то, как Шрила Прабхупада называл себя, когда подписывал свою молитву Маркине Бхагаватхарам, твой незначительный попрошайка, бродяга, Ача Бхактивиданта Свами. И он молился, он молил, вымаливал у нас то, чтобы мы приняли этот путь настоящего счастья, чтобы мы посвятили себя ему, посвятили себя тому, чтобы принять милость благодаря этому преданию. И благодаря тому, чтобы делиться им с другими. Благодаря тому, чтобы становиться незначительными попрошайками от имени Шрилы Прабхупады, Гуру и Кришны. Это то, как мы воспеваем, это то, как мы проповедуем, то, как мы живем. Это то, на что могут медитировать сегодня те, кто получает первое и второе посвящение. Мы настолько благодарны. На самом деле, эта инициация должна проходить в Нью-Йорке. Две недели назад Его Святейшество Ниранджана Свами Махарадж приехал в Нью-Йорк, и мы встретились там с ним. Мы провели вместе полдня и решили, что просто ради того, чтобы оставаться вместе, нам придется найти какой-то хороший предлог. И вот это идеальный предлог провести вместе одновременно инициации, и теперь уже очень сложно нам будет передумать. Все кандидаты с моей стороны должны были получать посвящение в Нью-Йорке, но мы все здесь просто для того, чтобы Ниранджан Махарадж и я могли бы разделить вместе с вами нашу любовь и благодарность вам и милости Шрилы Прабхупады. Ниранджан Махарадж — это такой яркий, светящийся луч этого искреннего, смиренного предания, преданности, принятия сострадания Шрилы Прабхупады, того, чтобы поделиться и с другими. Поэтому я для меня это большая честь, что он приказал мне говорить первым,
with the motive of introducing His Holiness to His Father. И мне очень нравится говорить так, чтобы это было введением к словам Его Святейшества Ниранджана Свами. Ом агьяна тимирандасья агананджана силакая чакшур унмилитамьяна тазмай шивадей намаха Мукам гороти вачалам пангангам райяте гирим Яд пипатам ахам ванде шигурам винтарилам Нама ом вишну гадая кришна прастая утлай Шримате бхакти виданта свамити намане Намасте Сарасвати Деве Гуравани Вичарани Ниранишниша Шаньявани Пастья Чадри Сатарани Чай Си Кришна Чайтанья Кова Нитананда Си Адвари Гадарха Шивасади Гаура Бхакти Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Спасибо, Радханат Махарадж, за эти слова на тему посвящения. Начал с того, что сказал. О том, что предание — это инициация, это принятие этих обетов. Spoke about commitment. Ты сказал об этом предании, когда ученик посвящает себя этому пути. Ты сказал о том, как Шрила Прабхупада посвятил себя следованию, исполнению наказа своего духовного учителя, жертв, на которые он шел, ради этого, каждый из которых было проявлением, демонстрации его сострадания ко всем нам и его преданности и великой веры, слова своего духовного учителя, аскезы и сложности, через которые он прошел, чтобы установить свое движение. И всякий раз, когда я слышу рассказы о ранних годах, когда Шрила Прабхупада прикладывал эти усилия, я глубочайшим образом размышляю о аскезах и жертвах, которые он сделал для всех нас. И это всегда погружает меня в очень сильные чувства, потому что нет никаких сомнений, что мотив Шрилы Прабхупады был чистым, нет и следа эгоизма и корысти в его поведении. И он задал планку для каждого из нас, которую мы должны стремиться в своих попытках служить ему. Конечно же, мы не должны никогда думать, что можем достичь такого же уровня чистоты и преданности. Мы всегда считаем себя его смиренными слугами, и все, что мы делаем, и любые плоды, которые проявляются благодаря нашим усилиям, они обязаны лишь его благословением, его желанию. И преданный должен всегда осознавать свое подчиненное положение высшему наказу. И это то, чему Шрила Прабхупада учил своим примером. Он всегда был чутко осознавал свое подчинение высшему наказу, свой духовный учитель, никогда не считал себя действующим, никогда не гордился результатами, которые проявлялись. Всегда считал себя инструментом высшего наставления. Я всегда отдавал все заслуги.
Эта чистота действительно очень высокую задает планку для нас, как его последователей, для многих-многих поколений, которые будут в будущем. Он ожидал, что его движение сознания Кришны установит в этом мире и за пределами этого мира. В свое присутствие часто я цитирую стих из 11 песни Шримад Бхагавата, который вдохновляет меня. Я объясню, почему он вдохновляет меня. Он говорит о чистом преданном служении, о том, что чистое преданное служение Верховному Господу настолько трансцендентно могущественно, что просто слушая о нем, просто говоря о нем в ответ, прославляя его, просто медитируя на него, просто с верой и уважением принимая тот факт, что оно существует. Другими словами, я знаю, что оно не в моем сердце. Я знаю, что мое сердце наполнено столь многими желаниями, привязанностями. Но просто благодаря тому, чтобы с уважением и верой принимать тот факт, что оно существует, и просто прославляя служение других, даже человек, который ненавидит всех полубогов и всех живых существ во Вселенной, может сразу же очиститься. Таково могущество чистого преданного служения. Господь Чайтанья в своем разговоре с Рамананда Рой сказал, что чистое преданное служение невозможно достичь миллионами рождений благочестивой жизни. Его можно достичь только жарким, страстным желанием обрести его. И где бы человек ни видел, он должен его сразу же приобрести. Мы говорим о чистом преданном служении. Иногда я наблюдал, что преданные, слыша эти темы, вместо того, чтобы чувствовать вдохновение, чувствуют себя наоборот понурыми. Они расстраиваются. Они думают, что чистые преданные — это редкие души, у которых говорится на страницах Шримад Бхагаватам и Шри Чайтанья Чаритамриты, и все это скорее исключение. И как я могу соотнести себя к этим исключительным душам, редким душам, которые обрели такую милость? Как я могу обрести такую милость, какую обрели они? Но тем не менее, этот стих, который я цитирую из Бхагаватам, дает нам надежду, что если я не буду слушать о чистом преданном служении, если я не буду повторять то, что я слышал о нем, если я не буду медитировать на чистое преданное служение, если я не буду с уважением и верой принимать тот факт, что оно существует, если я видя его где-то проявленное в чем-то другом сердце, если я не прославляю его, то какая вообще есть у меня надежда по-настоящему очиститься? Потому что даже тот человек, который ненавидит всех полубогов, всех живых существ Вселенной, может очиститься. Даже такой человек. На самом деле садака — это тот, кто стремится к очищению. Он всегда думает, что у меня очень много привязанностей, которые мне нужно преодолеть. У меня есть надежда. Если у нас нет надежды, то действительно можно потерять все вдохновение. На самом деле, вчера я как раз давала лекцию. Как там тема была в аномалии? Да, позитивность, нет, трансформация апатии в мотивацию, энтузиазм. Да, вот именно так называлась тема. Пытался вспомнить. И мы, часть лекции, говорили о необходимости иметь надежду, чтобы был энтузиазм, чтобы была мотивация. Если
мы теряем надежду, то мы можем начать чувствовать апатию. Бхактивинода Тхакур в одном из своих эссе Шри Бхакти Локи говорит, что апатия или безразличие ведет к инерции бездеятельности. Нет никакого энтузиазма, мне все равно. У меня апатия к духовной жизни. Как же мне тогда продвигаться? Но если у нас есть надежда, и эта надежда, конечно же, приходит через слушание таких повествований, о которых Ридханат Махарадж сейчас говорил, пример, который он привел Шрилы Прабхупаде, чистой преданности. Что надежда, если я могу так или иначе слышать эти повествования и так или иначе посвятить себя этим темам чистого преданного служения, и если есть в этом то, что действительно вдохновляет меня, воодушевляет меня, то, что мне кажется очень актуальным не только мне, но, может быть, и кому-то другому, то я повторю это, я расскажу об этом кому-то еще. Я буду думать об этом время от времени, как мы все должны поступать, будучи садаками. Мы все должны думать, как бы было замечательно стать чистыми в сердце. Мы должны думать, как замечательно было бы стать более отреченными от всех этих причин наших собственных страданий. И когда мы пытаемся отречься от этих вещей, не развивая параллельно предание и привязанности к Кришне, очень сложно. Без милости Кришны очень сложно обрести отречение. На самом деле, когда мы пытаемся отречься, иногда мы видим, что еще больше запутываемся и привязываемся, потому что это просто противоположная сторона монеты. Привязанности, отречения, отвержения. Мы должны на самом деле привязаться к Кришне. В той степени, в которой мы служим Господу Кришне, в той степени автоматически мы обретаем знания и отречения. Преданность Прабхупаде, несомненно, как я уже сказал, это источник очень сильных эмоций, вдохновения, воодушевления, слышать о том, через какие трудности он прошел, медитировать на ту планку, которую он задал, планку преданности, никогда не трати ни мгновения в служении Кришне, как он всегда мудро использовал свое время, так рано вставая по ночам и переводя книги. То, что он делал в течение дня, и как он всегда был настолько сосредоточен на исполнении этого наказа своего духовного учителя, сосредоточен на том, чтобы давать сознание Кришне другим. Мы медитируем на все это, и медитируя на это, мы обретаем веру принять тот факт, что да, это существует, это не то, что не что-то эфемерное, неуловимое, недостижимое. Но если мы следуем по стопам наших предыдущих ачарьев, всегда осознавая свое подчиненное положение по отношению к высшему наказу, я часто принимаю прибежище стиха и комментария, в особенности Шрилы Прабхупады к нему, из третьей песни Шримад Бхагаватам. Описывается молитва Господа Брамы о созидательной силе. Господь Брама молился о том, чтобы он осознавал свое положение
исполняя свои обязанности, не привязываясь к ним. И Прабхупада говорит, удачлив тот человек, которому была доверена ответственная работа, деятельность. Очень удачлив тот, кому был дан какой-то наказ, наставление. Он говорит, что если он всегда осознает свое подчиненное положение Верховному Господу в исполнении этой ответственной деятельности, даже если внешне результат, который он достигает, не выглядит таким уж впечатляющим, таким уж большим и важным, но если он при этом осознает свое подчинение, подчиненное положение высшему приказу, он не оставит попыток, он продолжит. И это, Прабхупада говорит, это и делает эту деятельность благоприятной и приводит к хорошему результату. Хороший результат — это то, что я осознаю свое подчиненное Кришне положение. И он говорит, напротив, можно видеть, что человек приходит к результату, который внешне кажется очень хорошим, но Прабхупада говорит, если при этом он не осознает тот факт, что этот результат проявился благодаря тому, что тот, кто дал этот приказ, хотел этого, то даже если результат выглядит хорошим, на самом деле он нехороший. И это очень высокая планка. Это стандарт, который задал Шрила Прабхупада, он учил нас, как служить с величайшей решимостью, преодолевать препятствия. И он научил нас, тому, как выиграть милость Господа. И это и есть то, к чему мы стремимся, потому что мы знаем, без милости, что мы можем, неужто мы можем достичь успеха без милости, потому что я настолько глуп, чтобы думать, что я смогу обрести успех в своем даже собственном развитие и сознание Кришны, даже это лишь только милость, результат милости Кришны. Это напоминает мне о комментарии. Сейчас миссис Картика, и я могу поговорить об этом комментарии о маме Ишоде и Кришне, о том, как мама Ишода обрела милость Кришны. Она обрела милость Кришны благодаря своему тяжелому труду. И как мы все знаем, слово, которое используется, это паришрама. Паришрама значит тяжкий труд. Мы знаем, что мама Ишода следовала определенному желанию, движимая своей материнской любовью и заботой. Она хотела наказать своего сына, чтобы преподать ему урок, и она посчитала необходимым остановить его, чтобы он больше не занимался своим баловством. Поэтому она попыталась связать его веревкой. Мы все знаем эту историю, не буду погружаться в подробности. Мы знаем, что мама Ишода очень старалась, прикладывала очень много усилий, но несмотря на это, каждый раз, когда она добавляла новую веревку, чтобы связать ее, не хватало двух пальцев. Но она была решительно настроена, хотя все пастушки, смотря на нее, не верили в ее успех. Она сказала им, мне нужна ваша помощь. Можете все принести веревки из своих домов? Пастушки отвечали, Ишода, ну зачем? Ты что, не видишь? Сегодня тебе не связать своего сына. И мама Ишода отвечала, я просто хочу измерить обхват талии своего сына. Пожалуйста, пойдите, принесите веревок, помогите мне. И, конечно же, пастушки вернулись
с веревками. И Яшода одну за другой привязывала веревку одну за одной. И каждый раз не хватало двух пальцев. И наши ачарьи объясняют, что эта игра лила проявилась, когда веревка всегда была короткой, благодаря тому, что проявились две энергии Господа, которые исполняют Его желание. Одна из этих энергий — это Вибхути Шакти. Вибхути Шакти — это энергия, которая проявляет что-то очень невероятное, фантастичное, удивительное, что на самом деле нарушает законы мироздания. И это чудесное Вибхути Шакти проявилось в том, что несмотря на то, что мама Яшода привязывала одну к другой веревку для няи, она осталась все равно короткой на два пальца. Вот постарайтесь сами, попробуйте привязывать одну другой веревку, чтобы при этом она оставалась короткой. Это удивительно, но это произошло. Я совершил ошибку, я взял, нашел эти часы, и несмотря на то, что я отключил звук телефона, звенят часы. Итак, две энергии проявились — Вибхути Шакти и вторая — это Санкалпа Шакти, Сатья Санкалпа Шакти. Сатья Санкалпа Шакти — это энергия Кришны, которая исполняет все Его желания. И одно из желаний Кришны было в том, что он хотел играть с друзьями. Он не хотел, чтобы было связано. Это была одна из причин, по которой веревка всегда оставалась короткой на два пальца. Потому что он думал, несмотря на то, что моя мама так старается, я все равно хочу играть, меня ждут друзья, и я хочу играть. И вот Сатья Санкалпа Шакти также проявилась. Они обе проявились одновременно. Потому что все энергии Кришны работают очень совершенным образом в соответствии с Его волей. Яшода Чакраварти Такур объясняет, однако, что можно иногда наблюдать, что в состязании между преданным и Господом, что иногда Господь и преданные состязаются, мы можем видеть, что воля преданного побеждает волю Господа. Когда речь идет о чистом преданном служении, Кришна добровольно подчиняется контролю своего чистого преданного, его власти. Но что заставило Кришну подчиниться власти мамы Яшоды и ее чашку труда? Яшода Чакраварти Такур объясняет, что то, что сподвигло его подчиниться ее воле, это то, что он, видя ее усилия привязать его, видя испарину на ее лице, видя сильнейшее желание, которое у нее было в ее вотсале расе, в ее материнской заботе, любви, она хотела исполнить свои обязанности перед своим сыном, я должна научить его дисциплине, я должна воспитывать его, и она сказала, поэтому всем гопи сказала, что, может быть, мне не удастся его связать, но я хочу измерить его талию. И вот Вишна Чакраварти Такур говорит, что иногда в состязании между преданным и Господом воля преданного побеждает Господа. И что происходит? Сердце Кришны плавится, и когда он видел, видел ее усилия, проявилась его Крипа Шакти, его энергия милости. Его сердце растаяло, стало таким мягким, что когда эта Крипа Шакти проявилась, когда его сердце растаяло, Яшоде удалось победить Кришну.
qualities which are manifest in Vishwanatha Chakravarti. Благодаря еще двум качествам, которые проявились, и Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, это Бхакта Ништа и Сваништа. Бхакта Ништа. Ништа means conviction. Ништа значит твердая уверенность, решимость. Решимость мамы Ишоды была настолько сильной, и когда эта бхакта ништа проявилась сваништа, это личная убежденность Кришны, его убежденность и решимость, что тот факт, который он устанавливает как император всех его качеств, это самое главное из всех качеств Кришны, Бхакта Ватсали. Это император всех его качеств, то, что Кришна подчиняется, позволяет преданным победить его, которые проявляют решимость, желание, любовь, служение ему. Его сердце плавится, видя это, видя трудности, через которые они проходят ради его удовольствия, ради служения ему. И проявляется его крипа-шатта. Сваништа значит, что Кришна всегда откликнется взаимностью на любовь таких преданных, их стремление и решимость служить ему. И это то качество, которое, как объясняет Вишванатха Чакраварти Такур, является императором всех его качеств, и оно примиряет все другие противоречия, которые могут быть в его характере. Если вы видите какие-то противоречия в его характере, вы должны знать, что их можно примирить этим одним качеством Бхакта Ватсали. Он делает что-то, несмотря на то, что он Верховный Господь, несмотря на то, что он Верховный Контролирующий, несмотря на то, что он всегда волен делать то, что считает нужным, и его воля всегда побеждает. Как же он оказывается пораженным и проигрывает? Он проигрывает, потому что желание его преданных удовлетворить его настолько сильно. И вот Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что эти два качества, Бхакта Ништа и Сваништа, проявились, и что было дальше? Сати Санкалпа Шакти и Вибути Шакти, они просто улетучились, их просто не стало. Хотя они все служили ему, чтобы Ишода не связала, но благодаря силе любви Ишоды и благодаря милости Кришны, которую он проявляет к тем, кто проявляет свою любовь к нему, готовностью пройти через любые сложности, чтобы удовлетворить его и порадовать его, Кришна подчиняется им, он поражен, его побеждает их любовь. Мы слышим, какой удивительный Кришна, мы слышим, как он хочет, как он склонен ответить взаимностью своим преданным. И мы можем видеть, мы можем видеть, что сделал Кришна ради Прабхупады, благодаря Паришрама и Прабхупаде, благодаря его неуклонной решимости давать Кришну другим. И это не такое уж далекое прошлое. Он дал стандарт, задал планку всем нам. И, может быть, я могу быть не настолько решительным, я, может быть, не настолько предан своему служению. У меня так много привязанности. Бхагаватам говорит, что если мы просто слушаем об этих деяниях и просто рассказываем о них другим, если мы просто медитируем на деяния таких преданных, и у нас есть вера, что да, я, может быть, не на таком уровне, но я знаю, что это существует. Поэтому почему бы мне не слушать об этом? Я верю, что это существует. Если бы это не существовало, то вообще какая бы надежда была у всех нас, сидящих здесь, чего бы ради мы вообще затевали эту яги сегодня, если бы все мы думали, что чистого преданного служения не существует. Оно существует наверняка.
It must. Наверняка. The evidence is there. Подтверждение есть. Not only in the life не только в жизни Шрилы Прабхупады, но в жизни последователей Шрилы Прабхупады, которые посвятили себя полностью служением, которые так любят его и готовы сделать любые жертвы ради него, кровью, потом и слезами, поддерживать его движение ради него. Наверняка, наверняка что-то проявилось в них. И наверняка есть то, что может помочь нам сохранять надежду, что придет день, когда я очищусь. Придет день. Инициация означает, что эта надежда есть. Как говорил Шрила Прабхупада, мы рассказывали историю охотника Маригари. Маригари He didn't know anything what hope was before. Не знал ничего о надежде, у него не было никакой надежды. Но когда Нарада Муни сказал ему, сломай свой лук, сломать лук, но я поддерживаю себя благодаря этому образу жизни, как я сломаю лук? Нарада Муни сказал, не беспокойся, я позабочусь об этом, просто сломай лук. Мридгари сломал свой лук, и Прабхупада говорит в комментарии, это инициация. This is initiation. Это инициация. I'm giving up my connection. Я оставляю свои связи со всеми своими телесными отождествлениями и вкладываю веру в слова своего духовного учителя, вкладываю свою веру в его пример, я вкладываю все в его лотосным стопам, отдаю ему свою жизнь. Вот инициация. Шрила Прабхупада так добр, что он позволяет всем нам служить ему таким образом. И Раданат Махарадж так добр, что он вдохновляет меня говорить на тему, говорить на которую у меня нет квалификации, просто своим присутствием. Он сказал, что я его Шикша Гуру, но я-то знаю лучше. Это просто шутка. Я не его Шикшигур, он мой друг. И без этой дружбы я не знаю, как бы я выжил. Мне нужны друзья в сознании Кришны. Рупа Госвами говорит об этом у Падашамрити, что должны быть любовные взаимоотношения. Если не будет любовных взаимоотношений в сознании Кришны, как выжить в этом движении без любовных взаимоотношений с преданными? Он очень добр ко мне. Он мой Шикша Гуру. Он просто не глядя на все мои недостатки, пытается вдохновить меня в моем служении Шриле Прабхупаде, очень дорогой духовный брат. Я думаю, нужно перейти к инициации сейчас. Я именно поэтому хотел вторым говорить, чтобы он ничего не смог сказать мне в ответ. No. I can watch me to start. Oh, wait a minute. No. Is there a trick here? Okay. Okay. Are we moving into the next stage? Right, yes? Okay. So, I'm going to call both devotees to come together because they're husband and wife. So, we're going to ask Prashant and Shruti to please come and to accept their vows. And,
So can you please tell me what allows you accepting today? We are accepting the vows for no meat eating, no illicit sex, no gambling, and no intoxication. Then? And chanting 16 rounds, minimum 16 rounds, 7. Chuti? No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex, and chanting 16 rounds in every room. Thank you very much. Thank you. All right. Well, here's the feedback. On behalf of Srila Prabhupada and the Guru Parampara, I'm accepting you today as my initiated disciple. And your new name is, excuse me, let me untangle these beads for you. Your new name is Parama Sundara Das. Parama Sundara is a name for Krishna, who is most beautiful. Here, so I've got the new source printed out, so you have to do this sometimes. People, I give them a name and I find out they're being called something completely different. On behalf of Srila Prabhupada and Guru Parampara, I'm accepting you today as my initiated disciple. And we're giving you a name of Gopi, most possesses all good qualities, who is none other, of course, Radharani. And your new name is Sulakshana Gopi Devi Dasa. That's it. All right. We'll call up first Sandeep Bohr. Sandeep. Hare Krishna Maharaj, thank you for accepting me as your disciple. I vow to follow the four regulated principles. No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication. I am chanting 50 rounds every day. And I follow the principles of Srila Prabhupada. I will serve his servant and all Vaishnavas in a humble mood of servant as a servant as a servant. Thank you very much. On behalf of
Śrīla Prabhupāda Nāma Guru Parampara. Then, honor to give you the name Sundar Gauranga Das. Sundar Gauranga Prabhu ke. Next we have Sika Gaur. And after Sika will be Sonia. After Sika will be Sonia. Hare Krishna Maharaj, thank you for this opportunity and what has happened. Today I do like to take the bowl to send every 16 chants every day and take the bowl to all the days of the people who are using the bowl to set the program being. And no interpretation. Well, it's for the name of the servant of the servant. I think the word to all the but all Vaishnavas and the Srila Prabhupada looks you in the mood of servant of the servant. Thank you very much. The Abhishek Prabhupada and our disciples succession. Very happy to offer the name Shobha Gaurangi Devi Dasi. Shobha Gaurangi Devi Dasi. Shobha Gaurangi. Shobha Gaurangi Devi Dasi. We have Somya, and after Somya will be Omkar. I take vow of chanting 16 rounds every day and follow all regulative principles of no drinking, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. And serve the mission of Srila Prabhupada, the mode of serve, the mode of serve, thank you, sir, thank you, sir. On behalf of Srila Prabhupada, Guru Parampara, we offer you the name Sri Devi Priya Devi Dasi. Sri Devi Priya Devi Ki! Omkar now, followed by Hrishikesh. I take the vow of chanting minimum 16 rounds of Hare Krishna mantra on this healthy day. And I take the vow of following regulative principles, no meditating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. I also take the vow of serving Srila Prabhupada's mission only in the mode of servant of servant of servant. Thank you. Thank you. Srila Prabhupada's behalf and Guru Parampara, we offer you the name Pitambar Govinda Das. Pitambar Govinda Prabhu Ke! Last of the first initiates, we have Hrishikesh.
Hare Krishna Guru Maharaj, and please accept my humble obeisances. God bless you, Sri Prabhupada. I just today I take a vow that I will chant at least 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra every day, and I follow four everyday principles. I have no meditating, no gambling, no illicit sex, no intoxication. I will serve in the mission of Sri Prabhupada as a humble servant of servant of servant. Thank you. Thanks for coming. Thank you very much. Honored to keep you the name Rishikesh Gopal Das. Rishikesh Gopal Prabhu Ke. So we'll call the second initiates, and you can just you can stay where you are, and we'll just celebrate you. First is Nandini Priya Devi. Stand. Nandini Priya Devi, yay! We have Ram Mohan Prabhu. Ram Mohan Prabhu, okay. We have Rishishwar Prabhu. Rishishwar Prabhu, okay. We have Brajeshwari Priya Devi. Brajeshwari Priya Devi, okay. We have Ram Chand Prabhu. Ram Chand Prabhu, okay. We have Seva Nandini Devi. Seva Nandini Devi, okay. We have Raja Nandini Devi. Raja Nandini Devi K. We have Madhava Kanta Prabhu. Madhava Kanta Prabhu K. We have Raga Sindhu Prabhu. Raga Sindhu Prabhu K. And we have Damodar Charan Prabhu. Damodar Charan Prabhu K. I don't have the name. All right. Janavarani Devi for Niranjan Swami. Janavarani Devi,